Здорово, на связи Шамшурин. Значит, тема следующая. 7 апреля 2017 года стартует мой новый онлайн-тренинг, масштабный онлайн-тренинг, в котором примет участие несколько десятков городов России и несколько сотен участников. Тренинг называется так. «Знакомство, отношения, Шамшурин. Плюс две цели по улучшению личной жизни». Давай я расскажу тебе про этот тренинг, набросал себе какие-то вещи, чтобы не забыть сказать. Значит, смотри, это будет 6 занятий в течение 2 недель. Через 2 дня на третье по 3 часа. То есть 3 часа в онлайн-формате. Ты меня видишь, ты меня слышишь, ты можешь мне задавать вопросы в чате. Я буду вещать. Почему мы сделали в этот раз задание занятия по 3 часа? Потому что специально час добавили для того, чтобы разбирать твою личную жизнь, твои цели, не связанные напрямую с женщинами, плюс отвечать на максимальное количество вопросов, именно твоих, тех, которые возникнут у тебя в процессе прохождения этого тренинга. Плюс из нововведений фишек, что будет еще? Это будет тренинг с чатом в Телеграме. То есть, если ты не знаешь, что такое Телеграм, загугли, найди, скачай, установи. То есть, есть такая штука Телеграм. Там можно создавать чат. Его можно скачать себе на телефон, его можно скачать себе на компьютер. Что тебе это даст? Ты сможешь круглосуточно писать мне и моим тренерам и общаться с нами, отвечать, получать ответы на свои вопросы в чате в Телеграме. Плюс ты будешь искать себе товарищей в твоем городе, общаться с людьми из других городов, которые одновременно с тобой проходят тренинг. А этих людей будет очень много, и возможно, что ты найдешь себе единомышленников, новых друзей, новых знакомых, и вы вместе будете развиваться дальше. В этом тренинге ты получишь подробные инструкции, техники, упражнения на следующие темы. То есть по знакомству, по свиданию, по построению отношений и всему, что с этим связано. Давай разберем, что мы будем там проходить. Так, как побороть страх подхода, как побороть страх знакомства с девушкой, о чем говорить с девушкой при знакомстве, при вызвании, на свидании, как заинтересовывать собой, как вызывать доверие. По поводу заинтересовывать собой, как заинтересовывать своей личностью, а не теми плюшками, которые обычно парни предлагают при знакомстве или там в дальнейшем общении с девушками. Как правильно позиционировать себя таким образом, чтобы девушка видела в тебе мужчину-самца, а не какой-то кошелек с деньгами или не мальчика на побегушках, которому можно при желании, которого можно чем-то озадачить. Как брать телефон, как и когда звонить, как приглашать на свидание, как обрабатывать возражения девушек из серии «Я не знакомлюсь, я не даю телефон, у меня есть парень», что делать на свидании. И самое главное, что этот тренинг будет пронизан серьезными отношениями, то есть что делать в серьезных отношениях, как строить серьезные отношения с позиции сверху, чтобы ты был главным, при этом всех все устраивало. Все задания будут адаптивны под серьезные отношения, потому что у многих есть такой вопрос, что мне надоел пикап, я хочу найти одну девушку, но я тебе скажу так, чтобы найти одну девушку, естественно, нужно погрузиться в какой-то выбор. То есть сознательно оказаться перед выбором из нескольких женщин, чтобы ты мог более четко сформулировать для себя то, что ты хочешь. То есть мне нравится вот это мне не нравится. Вот это мне нравится в этой девушке, вот в этой нравится это. Соответственно, ты формулируешь у себя, формируешь в голове образ женщины. И когда у тебя есть четкий образ того или кого-то, что ты хочешь или кого ты хочешь, вопрос, когда это или он, или она появится в твоей жизни, это лишь вопрос времени. Значит, что касается моей помощи тебе по целям, по двум целям заявленным, не связанным с девушками. Какие это могут быть цели? Цели вообще у мужчин, обращающихся ко мне за помощью, они практически у всех там идентичны, похожие. Как найти новую работу, как сменить работу, если мы не берем отношения с женщинами. Как начать больше зарабатывать, как бросить какие-то вредные привычки, одна из которых, я тебе скажу, такая, что тебе надо завязывать с той вредной привычкой, когда ты смотришь на красивых девушек, которые проходят мимо тебя, и ничего с этим не делаешь, идешь дальше. Как развиться по бизнесу, как развить силу воли, где взять мотивацию, как съехать от родителей, как переехать в другой город, как начать заниматься спортом и собой и так далее. Цели очень похожи. Почему я считаю, что мне есть что рассказать тебе по поводу целей? Потому что я сам выбрался когда-то из такого дерьма, в которое лучше обратно даже не залазить, а о котором лучше не вспоминать. То есть я в свое время набил себе огромное количество шишек в плане какого-то личностного развития, но так или иначе потихоньку ползу вверх, и мне есть чем с тобой поделиться. Как это будет? Ты ставишь две цели, не связанных напрямую, не связанных с женщинами, хотя они все взаимосвязаны, по сути дела, и женщина – это лучший мотиватор. И мы вместе с тобой и с другими участниками даем тебе какой-то алгоритм достижения этих целей. Итак, смотри, если ты уже проходил какие-либо тренинги и ты остался недоволен результатом,
то в моем тренинге, онлайн-тренинге, который будет 7 апреля, еще раз напоминаю, прохалявить не получится, потому что мы сделали все для того, чтобы ты выполнил те задания, которые тебе будут даваться. Плюс смотри, отчаиваться не стоит, даже если где-то что-то не получилось. Успешный человек – это тот, который не сдается, не сдувается, не ломается при каких-то неудачах жизни или там своих собственных неудачах. Не получилось первый раз, получится во второй раз. Опять же, кто зайдет дальше всех, тот, кто не остановится. Если тебе, например, больше 30-ки, и ты считаешь, что тебе уже поздно бегать за девушками там, и так далее, бегать здесь тебя никто не заставляет. Опять же, мы будем делать так, чтобы они каким-то странным, но вполне логичным для меня образом все больше и больше появлялись в твоей жизни. Но по поводу 30-ки спешу тебя расстроить или обрадовать, не знаю. Это очередная твоя отмазка от того, чтобы не жить полноценной, нормальной, качественной, прикольной, вкусной, классной, сладкой жизнью. Потому что, когда ты говоришь «я уже старый», ты просто обманываешь себя, ты врешь самому себе, мужик. Следующая категория людей, для кого этот тренинг, это тренинг для тех, кто считает, что он живет в маленьком городе, и поэтому в этом городе, ну, конечно же, нет девушек и, конечно же, нет тех ребят, с которыми ты можешь сконнектиться, скооперироваться, сдружиться и проходить вместе тренинг. Во-первых, по поводу тех ребят. Будет чат в Телеграме, в котором ты обязательно найдешь, даже если 2,5 человека живут в твоем городе, ты в любом случае найдешь кого-то, кто в этой теме. То есть, может быть, он живет в соседнем городе или где-то еще, но пообщаться и поделать задание с кем-то вместе тебе обязательно, ну, будет с кем. По поводу женщин спешу тебя опять же обрадовать или огорчить. Это еще одно вранье самому себе. Я в жизни не поверю, что в твоем городе нет женщин. Меня все знают там, что они подумают. Еще раз, слабые всегда будут говорить про сильных всякое говно. Когда ты купишь себе первую дорогую тачку, они скажут, а, наворовал. Когда ты купишь себе дом, скажут, а, не знаю, что-то еще. Когда ты переедешь в Москву или там в Питер, или в какой-то другой город, скажут, а, протолкнули, помогли, насосало, подарили. У этих людей всегда будут причины для того, чтобы говорить о тебе гадости. Если для тебя важно, что о тебе говорят слабаки, ну, здесь нечего сказать. Следующее. Это тренинг для тех людей, у которых особый клинический случай, которые говорят, что, ну, мне онлайн не поможет, мне нужны живые пинки. Итак, смотри, значит, мы уже помогли более 12 тысячам человек в формате в режиме онлайн изменить свою жизнь. То есть, что их отличало от тебя? Ах, да, кстати, новость такая. Мы выезжаем, пиши адрес. Мы всей командой уже сейчас покупаем билет и едем к тебе. Помогать и пинать тебя. Шутка. Вот. Чем отличаются те люди, у которых получилось, от тебя, у человека, от человека, якобы не получается развиваться онлайн? Эти люди просто взяли, несмотря на свой страх, взяли себя за яйца и сделали хотя бы на 60% то, что им говорят. И они уже получили результат в корне, отличающийся от их прежней жизни. Поэтому я считаю, что тебе этот онлайн поможет как никогда. Этот тренинг также для тех, кому нужны серьезные отношения. Мы специально заточили тему и формат тренинга под серьезные отношения. Хотя они и до этого тренинги были направлены на это. Но суть такая, чтобы построить серьезные отношения с девушкой, нужно что? Нужен выбор, чтобы это был сознательный выбор сердцем, мозгом, а не членом и чем-то другим ниже пояса. То есть ты формируешь, когда у тебя есть выбор, так называемый образ женщины, что ты и кого ты хочешь видеть рядом с собой. Когда образ сформирован четко, эта девушка появляется. Мы расскажем тебе, как себя вести в серьезных отношениях, чтобы ты был главным и, соответственно, всех все устраивало. Большинство отношений рушится только потому, что ты общался с девушкой с позиции снизу. Она согласилась на тебя в самом начале, потом она начинала тебя провоцировать все больше и больше. Почему ты не вынес мусор, там ты мало зарабатываешь, вместо того, чтобы тебя поддерживать, и вместо того, чтобы сказать ей, кто здесь мужчина, кто здесь главный, ты, скорее всего, прогнулся в какой-то момент, это была твоя фатальная ошибка. В этом тренинге мы сделаем все для того, чтобы в следующий раз так у тебя не получилось, как было с прежней девушкой. И этот тренинг также для тех, у кого уже есть какой-то результат, и если люди говорят, я как-нибудь сам. Ты даже не представляешь, какой эффект дает вот это вот массовое собрание людей, объединенных одной целью. Даже если вы рядом друг с другом не находитесь, даже если вы находитесь в онлайне, но у вас одна общая цель. Это дает огромное количество энергии. Плюс у тебя есть уникальная возможность попасть в наш чат в Телеграме и никогда уже больше оттуда не уходить. То есть это сообщество людей, объединенных той же целью, что и ты. Саморазвитие в первую очередь. Поэтому, попав в этот чат и получив вот этот заряд групповой энергетики,
у тебя просто не может не получиться, и ты улучшишь свои результаты намного и многократно. Кстати, в прошлом году в онлайн-тренинге участвовало 92 города, чтобы ты понимал, какой масштаб. И я думаю, что обязательно в твоем городе найдется кто-то, кого ты найдешь с помощью этого чата в Телеграме. Итак, 7 апреля 2017 года. Масштабный онлайн-тренинг на несколько сот человек и на несколько десятков городов, который называется «Знакомство. Отношения. Шамшурин». Плюс две цели, улучшающие твою личную жизнь. Чтобы записаться, кликай на кнопку под этим видео, оплачивай и забронируй себе место в новой жизни. Увидимся в тренинге 7 апреля. Пока!